Друзья, мы решили провести для игроков стресс-тест и узнать, без чего они могут играть в Dota 2. Андрюш, извини, но тебе придется поиграть одну игру без наушников. First Blood. Я здесь, а как все в порядке? Так себе без наушников, конечно. Ребята возвращаются, а я вот в этом вообще не участвую. На мониторе, а можно, да? А ты, Андрей, молодец, выкрутился из этой ситуации. Если бы не Глеб, если бы не команда. Тебя мы забираем клавиатуру, и поиграй-ка ты без нее. Ладно. Как тебе играется без клавиатуры? Просто? Очень просто. Ты знаешь, я смотрю, ты не все кнопки прожал, поэтому... В смысле? Не очень просто. Все просто. Все прожал. Хорошо. Кулдауне было. Акбар, извини, пожалуйста, но мы забираем это у тебя. Nice little morsel. Это был планшет. Неудобно. А бар без помощи... Без мышки. Саш, ну, у тебя задача посложнее. Тебе придется играть без стула и стола. Отличная задача. В принципе, я так пол своей жизни провел, поэтому не беда. Комфортно, возможно, только с виду, но неудобно играть и очень плохо. Испытать судьбу попробует Данил. И ему уготовлена самая сложная участь. У него мы будем забирать монитор. Nice. Дань, тебе придется поиграть без него. Сейчас ты встаешь и его... отключаешь. Ладно. Ну все, ребята, поехали. Надо найти себя на карте. Внизу. Пол хп нет, он друга. Не того молю. Вау! Андрюха! Помоги! Андрюха, Даня, верни меня на экран! А у меня ульта потом. Так, ну я пополз куда-то, ребят. Можете за мной, я вас отрежу на победу. Ну что, Дань, как тебе играть без монитора? Ты знаешь, я кайфую вообще, пытаюсь что-то тут управлять туда-сюда. Новые впечатления, на самом деле. Вот, я пытаюсь, но, конечно, без монитора, в принципе, невозможно играть. Слава богу, рядом Андрей сидит. Вот без него бы я реально совсем пропал. Lovely. Как показали результаты нашего стресс-теста, играть в Доту невозможно только без монитора. Но вы как считаете, без чего нельзя играть в Доту? Шерьте и комментируйте пост с этим видео в любимой социальной сети и выиграйте монитор AOC.